Такие игры обидно. Лично для меня очень обидно. По игре, ну, максимум ничью должны были, что мы, что они, моментов было достаточно, что у нас, что у Киева тоже потом появились. Хотя первый тайм вроде и скучный был, а второй неплохо начали, сразу запрессинговали, три момента подряд, третий использовали, потом навес, ну, Вербич сравнивает. Забили опять. Ну, я же говорю, поэтому сложно что-то комментировать, особенно когда пропускаешь на добавленные минуты, то сложно. Говоришь футболистам, кто с кем играет, ну, пока что я не вижу. Это, вроде бы опытный футболист, ладно, молодые там это не делали, а то вроде бы и опытные, но упустить игрока своего, чтобы он забил третий мяч Кинзер. Ну, где-то, может, присматривались в первом тайме поля, а во втором игра пошла интенсивная, быстрая, с хорошими выходами в контратаку. То, что мы сделали, когда и второй мяч забили, просто шикарный выход в контратаку. Поэтому, я думаю, в принципе, достойная игра. Обидно, еще раз повторюсь, что проиграли.